Ребят, всем привет! Привет! Девчонки делают домашнее задание. Катя хлопочет по дому. Буквально вот с минуты на минуту должен прийти Джек. Мы его позвали якобы приходить, Джек. У нас есть для тебя подарочек. И нам пришла такая безумная идея угостить его русскими продуктами. Так как мы недавно вернулись из России, мы с собой привезли очень много вкусной еды, по нашему мнению. Посмотрим, как он отреагирует на эту еду. Сегодня он будет пробовать гречку с кровяной колбасой и с луком. Я вот уже обжариваю лук, и буквально он сейчас маленько лук обжарится, и я добавлю кровяную колбасу, потом отваренные гречки добавлю, и будет вкуснотища. Вот, потом еще будет пробовать бутерброды с маслом, с икрой красной. Взяли печеночный паштет, вареной колбасы докторской, нет, не докторской, молочной, варено-копченой колбасы взяли. Что еще, Кать? И сырокопченый сервелат. В общем, посмотрим, как он отреагирует на все эти продукты. А, еще селедка. Да. Селедка, вот самый такой продукт, который, в принципе, нам нравится, но для китайцев, судя по Агате, было вообще просто самый какой-то ненавистный продукт. Ей очень не понравился. Посмотрим на его реакцию. Пришел Джек. Давайте, девчонки, открывайте. Hello! Hello, Джек. Hello, Джек. Hello, welcome back. Thank you. 还记得中文怎么说吗？有没有忘记？有一点忘记。你忘了？你来说说Chinese。 Yes. Today we cook Russian food. Oh. Оля, спроси у нее, скажи, будешь пробовать русскую еду? Хорошо, говорит. Some food she like, some food don't like. Да, улыбайся. Он там, смотри, селедочку я тебе чищу. Спроси у Джека, он смотрел наши видео на Билибили? Билибили. В общем, он видео не смотрел, он смотрел Инстаграм наш, да? Правильно я понял? Да. Понятно. Так, мы тут, в общем, настраиваем. Нам буквально немного осталось. Сейчас чай поставим, чтобы всю эту вкуснотищу запивать черным сладким чаем. Первое блюдо пошло, оно самое горячее у нас, поэтому мы будем его первым накладывать. Джеку положили гречку с кровью и еле-еле объяснили ему, что это такое. И я думаю, что можно начинать. Окей, try. If you don't like it, it's okay. Let me try with no black. Окей. Он сказал, что сначала попробует без крови. It's a little salty and it's okay. It's nice. Okay. Гречка просто понравилась. 没有血的, no blood is okay. 试一下这个 with blood. 是真的. It's okay for me. Also salty and not so strange. Not so strange? Not so strange. Oh, okay. But you can taste something from animals, because some smell. Yes. Yes. Какой-то запах, как животных, говорит, для него это, говорит, в порядке. Ну, для него это нормально, вкусно, нормально. Не странно. Не странно. Не странно. Так, ну, в общем, гречка ему с кровью зашла, я так думаю, да? Невкусно. А? Невкусно. Почему невкусно? Мне нравится. Вкусно? Дети у нас впервые пробуют гречку с кровью, поэтому такая реакция. В общем, Поле тебе не понравилось тоже, да? Поле понравилось. А, понравилось, да? А, кстати, ребята, у нас очень много несоответствующих блюд. Ну, допустим, вот я знаю, что вы сейчас напишите в комментариях, что селедку нужно с водкой было подать и с картошечкой. Вот, но мы хотели в этот выпуск запихать побольше именно всякой вкуснотищи, да, необычной еды. И поэтому у нас продукты не соответствуют некоторым. Не сочетаются. Не сочетаются, да, так скажем. Да, он знает, он сказал, это яйца рыбы. Он любит это? Он не пробовал ни разу. И first try it, right? Yes. Первый раз. Хорошо? I like it, yes. With cheese and
I like this. Это не cheese. Это... It is not cheese. Not cheese. It is butter. Butter. Mm-hmm. Он ояривает, да? Mm-hmm. Лучше бы гречку бы так ела бы. Хопше. Хопше. Отлично. Я рада, что ему понравилось. Обычно гречка больше понравилась, да, ему? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Я же говорила, что больше понравится. Короче, он говорит, обе хорошо, но это, говорит, мне больше понравилось. Вот так он сказал. Ага. Что? Окей. Ча-ча-ча. Гусы-ся-ча. Че? Че-че-че. А плохо че? Just like hamburger. Yeah. Yes. Как гамбургер. Нет, чего, а еще чего? Кто их хуан? Она спрашивает, это или это вкусно? Кто их хуан? Both like. Что больше? 只选一个的话, 我选这个. Икра понравилась. Икра, да, больше понравилась. Так, вот селедочка-то ждет. Ждет. Когда же будем селедочку пробовать? Ждет тебя. In China, it is very expensive. In Russia, not so expensive. Ты говоришь, что он в Китае очень дорогой, да? Ну вот этот сыр именно. А в России не очень дорого. Какое личико? Не так дорого. Так, тишина в студии. This is cooked. Already cooked. Yes, already cooked. Это уже готово. Можно есть. You can eat. This and this and this. Я хочу вот сырокопченый попробовать. Three different types. Вкусно. This is a Russian sausage. How is it? Так, сейчас пробую сырокопченую колбаску. I think meat in Russia is very delicious, I think. Мясо. Different kinds of meats. Yeah. Мясные продукты нравятся в России. But this one is the most, I think. This? Yes. Так, ему вареная колбаса больше всего понравилась. What like yours? You think which one? Like all of them. Как-то ему давали попробовать мясо сырокопченое, балык сырокопченый, ему очень понравился. Да. This you like? This most delicious, right? I think most delicious. This. Yes. Сырокопченый балык понравился ему больше всего. Не. Нет, подожди. Помоги ему, он не умеет. Вот, пополам. Вау. Вот, и пускай кусает. Вот. You can eat. It's okay. Eat this. Вот человек, который ни разу не ел рыбу, надо руками. Руки придется испачкать. Just like this. Ага, о, давай показывай. Хоп. А косточки можно есть? Там они это практически нету косточек. Все замерли. Вкусно тебе? What do you think about this? Невкусно, да? Конечно, селедочка. Мама, дай мне косточки. Ну вот селедочку надо с картошечкой отваренной, с водочкой. Он знает. А вдруг он не знает? Хочу сразу сказать, почему он не хотел это брать в руки. Нет. Потому что... It's okay. It's a salty. Пахнет. Salty. Yes. But it's okay. Хочу? Хочу. I think it's okay. It is very salted, because... Мама. Я сейчас скажу одну вещь, от которой он очень удивится, потому что эта рыба не готовится. It is fresh fish, not cooked. Not cooked. Yes. Fresh. Yes. Все. Just salted. Все, у него знаки погнали. No cooked. No cooked. No cooked. Yes. Скажи, Агате не понравилось, она ела. Агата, like don't cooked. Like this. She said, no, it is not delicious, not tasty food. She said, Yes, Агата. But I think it's okay, just like, Chinese dry fish. This is wet, and that fish is yes. is dry and very salty. But it's unbelievable. It's not cooked. Not cooked. Он удивлен то, что она не готовится, ест таким образом соленая. Just salted, and that's why it is very salted.
Угу. Слушай, ну он все съел, несмотря на то, что блин, он что-то боялся. Ему все нравится. Надо было что-нибудь тараканов каких-нибудь пожарить. Зачем? Сказать, что это русская еда. Ешь давай. Сейчас Ника спросит, что больше всего ему понравилось. Какая еда? Так не сихуан найка. Чинашенька. Икра. Чека. Икра. Икра? Чека. Икра с маслом. Интересно. Мама, давай. Хороший выбор. Я думал, колбаса ему больше всего понравилась. Коля, спроси, пожалуйста, что ему ну прям вот не понравилось? Или понравилось меньше всего. Меньше всего понравилось. Потому что он отреагировал как-то, типа, все понравилось. Не цой пущу ханда. Ну, ига. Чида шишама. Ига. Ига. Цой пущу ханда. Да. Definitely. Maybe. This one. Короче, можно есть, но так. Понятно. Нормально. Середка на любителя. Закончилась у нас дегустация блюд. Блюда все ему, в принципе, понравились. Селедка меньше всего. Икра с маслом больше понравилась всего. Это фаворит, я так понимаю, всех продуктов. И у нас есть сюрприз Джеку. This Russian chocolate candies. What's that? This Russian wine. Very delicious. Yes. And Russian sausage. This one. Oh, thank you so much. You can try with your parents or with your friends. Yes, thank you, thank you. Uh-huh. Thank you for the gifts. Uh-huh. Катя говорит, ты I'm можешь... so happy. Катя говорит, ты можешь попробовать это с друзьями, с родными. Вот. Кстати, кто, если не знает, Джек – это наш учитель, который занимался с Полиной и с Вероникой. Он делал с ними домашнее задание. Помогал, да. И в этом году, к сожалению, мы не знаем, будет ли он нам помогать с домашним заданием. Это под вопросом, потому что у него там проблемы с работой. Он увольняется, находит себе новую работу. И, возможно, он не сможет совмещать с нашими уроками. Поэтому остаемся просто друзьями. Будем встречаться. Будем пробовать, может быть, будем путешествовать по Китаю. Он нам предлагал как-то в Юншо съездить. Можем, да, съездить с ним, да? Можем и Агату позвать. Я думаю, что будет очень интересно. Ну что, он догадался, как ты это сделал? Он догадался? Сама, ты сама. Ты скажи, поймаешь? Целью, ма? Мэйо. Покажи, нет. Целью, мэйо. Покажи, нет. Ломаю, ломается. Сама лихай. Не гей, та, покажи, та, нет. Мэйо. Мэйо. Лихай. Покажи ему секрет. Нахо, мо гэнни, кэн, мо шу. Oh, 有两个企鹅。就是他是这样指着。难了，难了。难怪。 Thank you. Thank you. You come today. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. 开学快乐。 Полиночка, скажи до свидания. Bye-bye. Bye-bye. 明天我们明天见。Завтра к нам придет, он уроки делать. Завтра должны. Тихо!
Тихо. Завтра вам должны задать уже домашнее задание, и Джек придет с вами делать уроки. А сейчас мы ему говорим до свидания. Бай-бай. Бай-бай. Ну что, ребята, вот такая дегустация у нас получилась. Очень душевно посидели. В принципе, ему все понравилось. Что-то чуть понравилось. Я думаю, видео удалось? Да. И на этом у нас все, ребята. Спать пора. Ребята, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки. Всем пока!